человека, который поддержал наш фестиваль с самого начала, все 17 лет она с нами. Это прекрасный поэт, автор, просто потрясающий человек и очень любимый мною человек Татьяна Пучко. Пум-пум. Здравствуйте. Первого апреля в Гиперионе был концерт про птиц. Все пели про птиц, потому что, как известно, 1 апреля — это не только день смеха, это еще и день птиц. Я тоже в нем участвовала, пела три песни. «У дороги Чибис», песню Коблика «Осенние птицы», и одну свою. Но пока я готовилась, я поняла, что у меня-то есть про птиц довольно песен много. И думаю, ну, в Обнинске тогда спою. Вот. Песни про птиц сегодня будут звучать, старые и новые, мои авторские песни. И начну с песни с загадочным названием «Пойди туда, не знаю куда». Погоди траву жевать, отдохни, устала ведь. Было время наколдовать, будет расколдовывать. Разошлись пути поездов, вдалеке колеса стучат. Я на нотный стан проводов сяду первой ласточкой. Я на нотный стан проводов сяду первой ласточкой. Корабли на небе опять, для чего, пойми сама, ничего нельзя поменять. Место встречи я хрома, по оврагам бродит заря, где глаза совиные цвета дикого янтаря. Песней соловьиною цвета дикого янтаря, песней соловьиною, что же плачешь, горлинка? До беды подать рукой нас связали словом пока, скоро свяжут проволокой в огороде лебеда, на пороге конница. Как найти дорогу туда, где свет клином сходится? Как найти дорогу туда, где свет клином сходится, сходится, сходится? Спасибо.